Всем здравствуйте! Добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас будут с вами разные приятные звуки, шуршащие. В основном это будут звуки бумаги. И я думаю, что они помогут вам. Больше видео от меня, пожалуйста, подписывайтесь на Boosty или Patreon. И также у меня спрашивают про здоровье. Часто я хотела просто в двух словах ответить. Я надеюсь, что у меня все хорошо. Вот, скоро у меня опять обследование. Пейзаж. На конвертике указано, что это пейзаж Иль де Франс. 1873 год, Камиль Писсаро. Вот. Что-то такое синее. Вот так довольно приятно. Но мы с вами пойдем дальше, потому что конвертиков много. Похоже на звук костра, на звук камина. А звук камина очень успокаивает, правда. Это у меня конвертик из видео «Служанка или горничная». Я не знаю, что там.
такой мягкости, что ли, звука. Понравилась эта тетрадочка. Своим принтом. Мне почему-то очень нравится вот такой принт, когда много мелких каких-то розочек. Я вообще очень люблю мелкие розочки. И такой принт тоже. Единственное, что мне не очень понравилось, это на мой вкус. Здесь очень классная обложка, мягкая. Она такая какая-то матовая. И на спиральке, что удобно. Спиралька тоже классно звучит.
У меня здесь лежит такая вот бумажка. Шипачистка тоже не зря тут лежит. Это такие, знаете, кладут в коробочки для конфет. В моем случае это не коробочка, это просто шоколадка. И вот там была такая бумажка. Я сейчас возьму зубочистку и немножечко так и попротыкаю эту бумажку и посмотрим, что у нас получится. Мне кажется, немножко рисковато. Ладно. Я приготовила несколько книг старых. Мне кажется, они очень приятно звучат. Вот скажите, у вас много? Дома осталось каких-то старых книг, ну прям таких, знаете, потрёпанных. Например, как это. За 8 рублей 10 копеек. Ну, не то, что как много вообще остались такие. Прям такие бывалые. Я вот посмотрела у себя. Остались. Вот прям можно целый ролик делать.
обмотана бинтом. И у него страница такие мягкие-мягкие. Прям уже такие на ладан дышит. В музее бы сказали не трогать руками. Очень много бинта, то есть прям конкретно лечили. Что-то прям выдрано и не залечен. Желтые пятна. Прям все читаемо, конечно. Прям шрифт хороший. И даже черно-белые картинки. Заметочек тут нету, пометочек. Просто такая вот бывалая книжечка. Даже с какого она года? А вот в конце на оглавлении есть карандашком. Что-то подчеркнутое. Смотрите, какие потрепыши прям. Прям от времени. Еще послушаем. Так, да вот это домоводство, по-моему, вы. Очень переклеено с разными там вставочками, газетными вырезками. Даже просили целое видео сделать с таким, с таким. Я вот помню просто.
бывало. Усыпляющее такое видео получилось для меня точно. Так, давайте возьму волшебную палочку. Но это ручка обычно обычно. Просто выглядит так. И пожелаю вам приятного.